когда я его иногда спрашиваю, Игорь Витальевич, почему вы не привезете в музей работы, допустим, Марка Шагала, он имел возможность, или Малевича, он мне говорил, а зачем? Эти художники есть в крупнейших музеях мира, о них много известно, а я хочу открыть имена, которые вообще неизвестны. Did you bring back, paintings back from Russia? People were worried, and so we had to give a television program about our exhibition in Moscow, that everything's safe, everything is back home.